Всем привет, ребят! С вами я, Снегирь333. И я, так сказать, помягче, такой тупенький, удалил случайно свое, да, удалил видео, что завтра ждите с постов 2 еще то видео, потому что я дурачок, удалил то видео, какое недавно. Блин. Окей, завтра я выложу опять постов 2 видео. Короче, ну, ставьте лайки, так подписывайтесь, колокольчик. Я вообще сегодня, конечно, я мало забал в сентябре для учёбы, и я еще плюс заболел. Вот сейчас у нас здесь ночь. Смотрите, опа, у нас сейчас ночь во дворе полная. Думаю, я не полю в двор. Ну, ребят, я думаю, сейчас мы... Я думаю, завтра мы встретимся. Я еще сниму сегодня ролик. То есть, а, да, еще я могу. Точно, я же столько еще ходит. Говоря, скоро стрим будет. 22:00 будет стрим. Так, я устал в Ютубе, типа. Типа Ютубе, это моего друга, как я показывал. Кажется, я вам показывал уже, да, моего стримера. Да, я показывал. Какого будет сегодня стрим? 22:00, кажется, он начинается. То он начнет 21:00. Я не знаю, когда он начнет, скоро переходите. Находите его, подписывайтесь и ставьте лайки. Я думаю, что будет. И говорю, вот моя прелесть, где я снимал по 1.4. И вот мой ноут. Видите, это... Я его включу даже для вас. Давайте открою. Он такой старенький, типа Samsung старенький мой. Я включу его для вас, покажу, что там. Я могу вам, знаете, сейчас включиться. Ну, честно говоря, не так. Бля, кто ты? Ну, ты не стар? Бля, помню. Я сегодня сниму опять ролик. Ну, когда уже будет ближе это к этому. Будет ближе к стриму, я начну уже ролик. Думаю, мозг. У него будет где-то долго. Вот, он уже скрутился, вот. Вот они. Мой брат, короче, играет, любит Герой 3. Дота 2 у нас есть. Я, говоря, могу... У нас есть Warface. И вот это. Я могу начать снимать там компанию вот этой игры. Как видите. Не знаю, ну, будете вы рады, чтобы я снимал это. Хотите, что я снимал эту игру, компанию ее? Ну, ставьте лайки, больше лайков, тем будет, скорее всего, новое видео. Ну, ладно, давайте так подумаем. Давайте расписание делать для наших видео. Я думаю, иногда мы будем делать в понедельники. Ну, в понедельники. В пятницы и в субботу, в воскресенье. Если график у нас что-то не будет правильно, то извините, пожалуйста. График может улучшиться у меня. Ну, ждем 22:00 или 21:00. Когда он начнет стрим, я начну видос. Типа, правда, скоро стрим начнется. Окей. С вами был Снегирь333. Всем адьос.